Союз журналистов Чечни потребовал от корреспондента «Новой газеты» Елены Милашиной доказательств массовой казни задержанных в республике в конце января. Авторы открытого письма заявляют, что статья в «Новой» похожа на политический заказ. Чеченские журналисты обвиняют Милашину в отсутствии реальных источников в правоохранительных органах, на которые она ссылается в тексте. В воскресенье «Новая газета» сообщила, что при убийстве задержанных присутствовали высокопоставленные чеченские чиновники. В руководстве Чечни публикацию назвали ложью.